Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас второй заходик, видосик роллинга 226 тысяч самоцветов, даже больше. Первый вы видели, там была основа, а сегодня у нас твинг, на котором мы будем пробовать также ролить. Посмотрим, какой шанс русский сервер дал мне аккаунты. Мой подписчик Александр, у него это тоже накопленные самики, и там, тут вообще на этом аккаунте доната нет. Если на том аке донат, вы видели, был, то здесь его вообще нету. Так, окей, что у нас интересного есть по акциям? Ну, по акциям сегодня, кроме магазина скидок, ничего такого интересного нет. Ну и базар, в принципе, тратить на трату ничего нет. Ну, точно так же и там было, мы ролили не под коллекционера. То же самое мы сейчас будем ролить. И здесь находится аккаунт в гильдии Сила. Кидайте заявочки, вступайте. 34-65, первое, второе, третье места. Битва гильдии, атака фортов. Так, давайте посмотрим, чего с героем нету. Бигфут, Космо, Призрачный, Стрелок, Трифит, Кенди, Командора, ПБшка, Ледяха. Ну, в общем, дофигища героя. Черепа нет. Ничего себе. Короче, Череп, Махнат, Коронина, Сура. Ледяха, ПБшка, Командора, Стрелок, Трифит. Там тоже Стрелка, кстати, по-моему, не было. Вольт, Космо, Бигфут. Так, а ну-ка, сейчас я гляну тут, что по героям творится. Ну, Призрачный есть, он не открывает. Короче, такое себе. Поехали посмотрим на талантики. Так, таланты. 8-8. Неплохо, неплохо, отлично. Ну, я вам скажу, как для бездона. Исцеление, Анубис. Отлично. Более чем отлично. Смотрите, пятерок сколько. Вообще огонь. Да, неплохой, неплохой аккаунт. Да и ресурсов немало. Окей. Ну что, поехали, будем пробовать. Рандомчик, пасхальный рандомчик. Как он зайдет у нас? Так, смерть уже есть, князь тыква. Ну, это не то, чего мы ожидаем. Вот бочка была вообще топово. Суккуб. Просто, ребят, просто изи. Землеройка. За пару тыков там тоже, кстати, мы, по-моему, если я не ошибаюсь, выбили землеройку. Это было до Пасхи. Еще одна землеройка. Пожалуйста. Ну, это такое, надо Космо, конечно же. Сноу. Картешка. Купидон. Будем ту же самую тактику. 20к слили. Побежали в рейд. Так, ну ничего, ничего. Начало было хорошее. Сердцеедка. Триант. Поехали. Интересно, выпадет ли Космо либо Пен. Блин, Афина так хорошо живет. Почему у меня так Афина не живет? Так, поехали. Паладин. Ну, паладин это не то, чего мы ожидали.
Рандомчик. Короче, все герои ушли на яйца. Суккуб опять. Ара. Так, ну давайте по 150. Бочка, бочка. Бум. Шаман. Суккуб. Да. Паладин. Я вам скажу честно, даже имбо-герои не падают. Фрэнки, это уже получше. Атлант. Кстати, черепка неплохо было бы. Вот смотрите, у него черепа. Ронина, Асуры таких ударных нету. Капитан Рогатка. Ну, есть Капитан Рогатка. Еще один Капитан Рогатка. Странно как-то. Так, ладно, надо, значит, сейчас посливать героев. Так, бог Рома. Раз на раз, конечно, не приходится, но не знаю, сколько раз вот на русском сервере ролю под коллекционера. Очень часто замечаю, что рандом бывает просто на каком-то аккаунте, просто тупо не прет. На некоторых просто мега. Все просто изи, еще один недостающий герой, это череп. Это то, чего не хватало аккаунту тоже очень и очень. Череп. Ну, снова мы выбили. Так, землеройка. Ну, блин, надо, конечно, тут вот эту шестерку надо вытаскивать. Поехали. Нету много легенд. Тесса. Как ни странно, но много легенд не падает. Дракос. Малышник. Еще один малышник. Варлок. Жестокий рандомчик. Однако. Вот они, Космо, Ледяха. Вот таких героев хотелось бы сюда. Не сольем ледях. О, ничего себе, это было жестко. Ну, конечно, Фрея, это нечто. Ну и смотритель делает свое дело. Так, отлично. Ну, два героя, честно скажу, основа, конечно, пострадала больше, чем этот аккаунт. Там намного больше героев мы выбили имбовых. Тут шансы тоже такие, что ого-го. Но как-то. Так, рыцарь. Наверное, после Пасхи все ролят. Паники. Сердцеедка. А вот он, Трифит. Там тоже Трифит был. Ну что, еще один. Поздравляю. Третий герой. Заклинательница, князь тыква. Ведьма, королева гарпий. Вот она понеслась, ребята. Не, не будет. Ну давай. Опять Тесса. А вот это оно, ребят. Ледяной Феникс. Опять получается у нас имба роллинг. Нам надо еще Космо вытащить. Есть на это 42 тысячи самоцветов. Поздравляю. Бездонатный аккаунт тоже этот очень-очень хорош будет. Так, давайте пооткрываем некоторые герои, которые у нас уже есть. Ледяха, ой, кайф. Да, сюда еще Космо. Вообще топчик. Аккаунт бездонатный, самое главное. Не знаю, что он тех не открывает.
Так, черепа сейчас откроем. Вот Ронина, Сура. Вот это тоже такие нужные. Ну, Командора, Стрелок, Космо. Ну и Бигфута надо выбить. Кстати, заметил, Бигфуты в последнее время очень плохо начали падать. Не знаю, с чем это связано. Такс, Черепуля. Отлично. Поехали дальше. Одержимый, ниндзя-ведьма, Сноу. Укротитель. А вот он и Бигфутик подъехал. Отлично. Вот кайф на таких аккаунтах выбивать героев. Бездонатные накопленные самоцветы и неплохие герои. Ну, как видите, чем больше у вас самиков, тем больше шансов вас вытащить что-то интересное. Такс, Суккуб, Атлант. Седнушка, сердцеедка. Так, ну седна у него есть, нету. Седнушка у него уже есть. Бульдозер. Так, рандомчик, давай, надо космо. Ара. Ворожей. Ворожей у него есть. Уже прокачанный. Афинка тоже есть. Ну, понеслась, понеслась. Начался хороший дроп. Триантик. Имка. Давай, рандомчик. Дракос. Ну, Дракос. Не знаю, кто там ролит по 150, я честно скажу, я не знаю, как можно за 150. Ну, падают, я тоже ролил по 150, но как по мне, тут как-то... Или тут быстрее просто как 3 по 150, ты быстрее получаешь ту легенду. У есть. Еще один офигенный герой для битвы гильдий. Просто изи. Так, Асуру надо. Ведьма-фея. Что-то ары начали падать. Капитан Дрейк. Так, раз, два, три. Ну, Космо мы, конечно, не вытащили, но мы вытащили ледяху, и это радует. Мы вытащили топовых героев для прохождения некоторых локаций, которые ему реально помогут. Поехали посмотрим, что мы там натащили интересного. Так, ну, череп, понятно. Бигфутик, Ледяха, Трифит. Просто супер. Смотрите, сколько первых этих рвений. Ну что, герои, как по мне, очень-очень даже неплохие. Да, мы потратили там сколько, 116 тысяч самоцветов. Но это было реально то, что надо. И получили мы довольно-таки неплохих героев. Все, пишите комменты, ставьте лайки, репостики и ждите дальше видосика. Всем удачи, всем пока.